Казанцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим режимали. И мы видим состав на сегодняшнюю игру. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Первых минут на поле. У другой команды аналогичная схема с одним нападающим. Похоже, все выстроено под точный пас из глубины поля. Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим режимали. И мы видим состав на сегодняшнюю игру. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Первых минут на поле. У другой команды аналогичная схема с одним нападающим. Похоже, все выстроено под точный пас из глубины поля. И Черданцев, и Константин Генич. И сегодня мы смотрим режимали. И мы видим состав на сегодняшнюю игру. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Первых минут на поле. У другой команды аналогичная схема с одним нападающим. Похоже, все выстроено под точный пас из глубины поля. Поле, и у нас финал Лиги Европы УЕФА начался. У Лиги Европы своя история, перешедшая от бывшего Кубка УЕФА. И сегодня обе команды пишут ее новую страницу. Это, конечно, не стандарт, но и из аута можно извлечь выгоду, особенно так близко от чужой штрафной. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом.